В Казахстане хотят запретить брать кредиты без письменного одобрения супругов. Предложение единогласно поддержали депутаты и Министерство юстиции. Авторы инициативы считают, что эта норма поможет уменьшить количество необдуманных и ненужных долговых обязательств. По их мнению, зачастую, когда один из супругов берет кредит на свое имя, это впоследствии негативно отражается на финансовом положении всей семьи. Разработчики законопроекта также планируют установить минимальный размер кредита, для получения которого потребуется согласие супруга. Супруга.